Добрый день. Вас интересует формула здоровья доктора Скачко номер 9? Отлично. Значит, вы понимаете, что от работы сердечно-сосудистой системы зависит обмен веществ в вашем организме в принципе, профилактика и лечение любых заболеваний. Ну, на примере. Если сердечно-сосудистая система в какую-то зону не дает питательные вещества, водичку и кислород, там снижается работоспособность. А будет это депрессия, будет это синдром хронической усталости, будет это снижение переваривающей способности желудочного сока, будет это нарушение работы печени, несущественно. Где снизилось кровообращение, там упал обмен веществ и там нарушились функции. А вам хочется работать быстрее, вы принимаете различные стимуляторы. Вы стимулируете работу тех органов, которые, не имея крови, не могут работать. Что вы получите в ответ? Быстрое истощение, заболевание и преждевременную смерть. Что вам нужно делать? Вам нужно принимать формулу здоровья доктора Скачко номер 9. Она обеспечивает оптимальный обмен веществ через капилляры, то есть обмен веществ интенсивный в принципе. А будет это обычная жизнедеятельность, то есть поддержание высокой работоспособности в молодом возрасте. Будет это компенсация работы организма в более зрелом возрасте. Или будет это спорт, фитнес, когда вам нужно просто интенсивную деятельность обеспечить. Это несущественно. Что еще обеспечивает формула здоровья номер 9? Она обеспечивает хорошее состояние вен и артерий. То есть вены обеспечивают отток венозной крови, а артерии обеспечивают приток артериальной крови. И это все вместе обеспечивает интенсивный обмен веществ, оптимальный обмен веществ, который должен совершаться в вашем организме. Что не делает формула здоровья доктора Скачко номер 9? Она не проводит очищение сосудов, очищение капилляров, вен и артерий. Это очень большой риск. Ну, очищение капилляров — это вообще миф. Капилляр очищает эритроцит, проходя сквозь капилляр. Потому что капилляр, он в полтора раза тоньше, чем эритроцит. Эритроцит не может войти вот так, он не может войти туда. Он входит, сворачиваясь в трубочку, и проходя по капилляру, он фактически очищает стенки капилляра. И на стенках капилляра физически ничего не может накопиться, поэтому очистить капилляры — это миф, это лохотрон. Очищение вен можно, конечно, провести, но если в венах лежат тромбы, то очищение вен приводит к тому, что образуются тромбозы и тромбоэмболии. То есть нарушается работа, тромб закупоривает более крупный сосуд и развивается некроз тканей в зависимости от того органа, в котором это все произошло. Поэтому очищение вен — это очень хороший способ резко нарушить свою жизнедеятельность и получить определенную проблему. Очищение артерий примерно тем же может закончиться, потому что если в артерии стоит полная атеросклеротическая бляшка, то есть бляшка, пропитанная кальцием, отрыв части этой бляшки приводит к закупорке сосуда и некрозу тканей дистальнее этого сосуда. То есть вот эти все вещи формула здоровья доктора Скачко не делает. Она просто улучшает работу сосудистого русла, улучшает обмен веществ и делает его оптимальным на том уровне, который вы сегодня имеете. Поэтому, если вам нужно привести в порядок сосудистую систему, транспортную систему вашего организма, вы теперь знаете, что делать и знаете, где это заказать. А лечение по методу доктора Скачко вам поможет.